Следующая песня посвящается моему возвращению после перерыва в большой кинематограф. Пока, правда, в качестве зрителя. Посетив его в качестве зрителя, я сильно удивился. Оказывается, он очень сильно изменился за это время. Стал кровавым, страшным таким. Достаточно сказать, что любимыми фильмами моей жены и дочери стали «Убить Билла» и «Убить Билла 2» Квентина Тарантино. Я говорю, как вы можете это смотреть? Это же все ужасно. Она говорит, пап, ты не понимаешь, там все не по-настоящему. Сходили, посмотрели с семьей фильм «Жмурки» отечественный. Там все оказалось по-настоящему. Просто дурно стало дочке, я ее выносил оттуда, искал на шатырь. И ей, да и себе тоже. Решил, что так дело оставлять нельзя. И решил написать песню, в которой, основываясь на опыте собственных внутрисемейных межличностных отношений, ну, по-простому, это отношения с женой, значит, делаю некоторые предложения о том, как можно изменить положение дел в большом кинематографе. Песня требует, увы, не тромбона в проигрыше, а мандолины. Уж не обессудьте. Новый век нам приготовил настоящий киношок. На экране море крови, брызги мозга и кишок. Но курил бы в коридоре супертриллер бы любой, если б кто с большого горя снял кино про нас с тобой. Без выбитых зубов, с весьма небольшим бюджетом, рыдали бы над сюжетом Лос-Анджелес и Тамбов, и зрителей маня во все кинозалы мира. Вполне бы мог Де Ниро меня. Милый зритель, извините, и без драк и рваных ран, жизнь полна таких событий, что не выдержит экран. Эти сцены и картины в кинофильме описать нежный лирик Тарантино будет задницу кусать. Мы в свой сюжет включим все то, что давно забыто. Сыграть бы мог Де Вито всех прежних твоих мужчин. И пол мужской гуля, вращая бедром не слабо, Мерлин Монро могла бы тебя. Милый друг мой, не пора ли сценаристов поменять? Все, что мы не так сыграли, взять и снова переснять. Или оставим все как было, пусть вовек не будет снят наш с тобой ремейк Годзиллы и молчание ягнят. Нам лучше про любовь, и чтобы музон хороший, чтоб хлопали в ладоши Лос-Анджелес и Тамбов, и чтоб экран не газ, и пленка бы не кончалась, и чтобы получалось про нас. Пленка бы не кончалась, и чтобы получалось про нас.